Так, ну что ж, доброго раннего утра, леди и джентльмены, господа и гости столицы. С вами опять Сашок. Всем привет. Я в городе Волгограде. Вот. Ну, в общем, что хочу сказать. Получился небольшой форс-мажор у меня. Ездили мы за красноперкой. Конечно, ну... Блин, так вот в двух словах не скажешь. Ну вот... Одному человечку, Андрею... Вот, который... Который льет приманки Донбайт. Надо, конечно, Андрюха, тебе просто вот от чистого сердца большое огромное спасибо. Очень вот, ну, человек потратил два выходных, работает он сутки трое, потратил два выходных чисто вот для меня. Свозил меня за красноперкой, свозил меня вот на этот водоем, показал. Он находится в черте города, такой пруд-озерцо, глубина здесь приличная, больше 2 метров, он говорит. Здесь есть окунь, щука, красноперка. Сегодня микроджиговая программа такая будет у нас. Вот. Свозили меня половину. Короче, форс-мажор заключился в том, что у меня карта накрылась памятью. Отснял я материальчика немного. Конечно, клев был не очень бешеный. Вот. Но поймал для мясковича, лично для меня, поимка красноперки. Это, блин, ну, шикарные, дерзкие поклевки. Вот эти вот, блин, мотыляния рыбы влево-вправо, особенно когда она там с ладошку, то есть она сопротивляется по бойче. Ну, в общем, по поводу благодарности Андрею еще раз вот буду повторять, наверное, пока не утихнут мои впечатления. Город, огромное ему спасибо, потому что, я говорю, человек тупо 2 дня, вот, вчера ездили на Ахтубу, ребята рванули, то есть там... Андрей ездил, который приманки выпускает. И еще один Андрей, он спортсмен, там все попозже расскажу. Вот, поехали они, повезли меня на Ахтубу. Это где-то 80-90 километров от Волгограда. Ну, спортсмены ловят, мы нервно, спокойно курим в сторонке. Вчера был слом погоды. Ну, вот, Андрюха, который спортсмен, поймал сазана. На силикон с джиг-головкой приблизительно. Ну, я не знаю именно, что было, но ловили они там 7-8 грамм, короче, 9. Я просто не привыкший к таким весам. Я говорю, я курил в сторонке. Был вчера слом погоды, я вчера ничего толком не поймал. 5 окушков. Ну, то есть снимать было нечего практически. 5 окушков вот таких вот. Ну, блин, на Волге, ну, это позор, блин. Я не стал ничего снимать толком, потому что, блин, ну не брало вчера. Мы вчера вот где-то с каких, наверное, часов, где-то с 4:30, как приехали, и часов до 12 они меня катали там по всем этим лиманам, заводюхам там каким-то. Ну, не берет рыба, ну не клевало, блин, ё-моё, ну, пипец. Я говорю, там, 3 окуня вот таких водные. Ну, это не серьезно. Вот. И человечек, вот Андрею, конечно, вот, кто приманки делает, донбайт, надо, конечно. Я говорю, еще раз, Андрюха, от всей души огромное тебе спасибо. Я, конечно, рыбу не поймал, ребят, но я посмотрел на эти просторы, красоты. На эти, вот на данный момент, осушенные луга заливные. Ну, конечно, просторы там, ну, это с ума сойдешь. Это просто с ума сойдешь. Блин. Вчера, вот я говорю, слом погоды был, был так приличный ветер. Я думал, какая-то буря песчаная. Город находится немножко как бы в низине, вокруг степи, никаких лесов, ничего нету. Ветрище такой поднялся, вроде он как бы не сильный, но пылюка вот это. Сейчас похолодало достаточно так, ну, опять же таки, для них, ну, ощутимо, после там 35 градусов. Вот, ладно, короче, ля-ля тополя я буду, наверное, в другом виде делать. Сейчас приехал я на прудик, тут глубина, окушка подергаем. Сейчас джигрик у меня 2 грамма стоит. Поставим сейчас какую-нибудь силиконочку. Вот, и погнали. Хоть тут, как говорится, половим. Попробуем. Так, значит, по снастям. Сегодня у меня Royal Spirit 703 UL. Он у нас от 1 до 6 грамм. Трехчастник. По леске 2,6 ЛБ. Джикрик у меня стоит сейчас 2 грамма. Катушка моя любимая, этот, фирма Кастинг Шарки 2.
Шнур Sunline Siglon, решетка 0.2. Вот. Ну что, первый заброс. Он самый трудный. Вот. Город, конечно, хочу вам сказать, наикрасивейший. Протяжение более 100 километров. Ну, вот я с женой, с дочерью приехал. Вот. Конечно, красота неописуемая. Погулять по Волге, сходить искупаться на Волгу. Единственное, что, ну, надо соблюдать аккуратность, потому что Волга – это течение. А течение там достаточно приличное. Ну, около берега можно там покупаться, поплавать, то есть кто непривычный особенно. Вот, но соблюдать меры техники, ой, техники, это безопасности надо. Вот. Так, ну что, первый заброс в минус, и это нас радует. Вот. Сегодня у нас ветерочек, я говорю, погода сломилась, достаточно прохладный. Ну как прохладный, я вот в курточке стою такой. Сейчас солнышко выйдет, может быть, будет шпарить. В воду тут заходить нельзя, то что сказали, глубина аховая, лучше не лезть. Вот. А так, конечно, красиво. Рекомендую, кто вот любитель ездить по городам России. Оно, конечно, да. Мамаев курган съездить. Памятников, посвященных войне, здесь... Ну, Мамаев курган — это вообще отдельная песня. Я как бы, блин, первый раз здесь. Но есть обалденное еще место, называется музей «Дом сказки». Мы вот завтра с супругой туда поедем. Вот. Единственный минус, работают они только по субботам, воскресеньям. Но, как говорится, да. А так город некрасивейший. Так получилось, что квартира у нас на 13 этаже, немножко на холме, но возвышенности. Красота, конечно, неописуемая. Вот. Да, ветерочек, конечно, портит немножечко. Ловлю, но ничего. На крайний случай перейдем на ту точечку. Чуть подальше туда. Там попробуем. А так, вчера, вот я говорю, приехали, ну, блин, ну, тишина. Спортсмены говорят... Ах ты, черт, потычка была. Спортсмены, я говорю, ловят, а мы курим тихо, нервно в сторонке с Андрюхой, который приманки выпускает. Потому что он был с воблерами, Андрюха, спортсмен, который был с этими, с жиголов, ну, то есть он место знает, где на что рыбачить, точки там. Оно все понятно. А мы, блин, отдыхали. Короче. Вот. Но поймал, говорю, сазана он взял на 3,5 килограмма. Притом, все как положено. То есть клюнул на силикон. Вот. И щуки. Там штуки 3-4 таких там. Полторашка, двушка, блин. Блин, ветер как, не, блин, не кайфово ловить вообще так, блин, с ветром-то. Совсем, блин. Так, ладно, включусь. Так, ну что, первый боец есть. Джиклик 2 грамма. Выполняем рекомендации профессионалов, так сказать. О! Ай!
Блин, сбежал собака. Ладно, хоть народу показался мне. Но хочу сказать, конечно, окунь тут очень бойкий. И вот те, кто поедет на рыбалку, да, я вот просто говорю, вчера был немножко неподготовлен. Была у меня мысля перед выездом взять с собой микруху. Но, с другой стороны, хорошо не взял, потому что поднялся ветрище потом. Можно было ловить только на тяжелые приманки, но я говорю, я нервно курил в сторонке, я говорю. Может, конечно, где-то в глуши, там, на Ахтубе где-нибудь там вообще, в тьме таракани. Может, там, конечно, и будет брать на все подряд. Ну вот, поговорил, да, с людьми, которые здесь живут, непосредственно постоянно ловят рыбу. Вот. И пришел к выводу, блин, что надо знать место. Вчера вот, например, был интересный момент. Приехали мы на одну из старец. Старица — это когда Волга разливается, заливается вода там по лугам, полям там и так далее. Остается где. Вот у них это такая вещь, вот старица называется, кто-то озерами называет. Вот были мы вчера на одной из старец, и приехали ребята местные, там, три мужика. Один походил, вот они встали на место и долбят. Притом, вот, ну, надо знать место. Там вот интересно мне так объяснили, вот, есть коряга на дне. Иногда бывает концентрация щуки вокруг нее, там, по 15, по 20 штук. То есть там... Вот как-то так почему-то. Конечно, приехал я рановато, чего, август месяц. У них еще жарко тут. Вот. Потому что мне опять же таки, ну, пояснили, что если ты хочешь, как говорится, половить, надо приезжать сюда, блин, во второй половине сентября, не раньше. Так, конечно, рыба продается, рыба есть, раки есть. Можно что-то тут, конечно, и покушать. Чисто так купить. Но вот чисто по рыбалке. Смысл в том, что да. Если место не знаешь, как бы, блин, ну... Особенно вот на этих всяких лиманах, старицах и так далее... проблематично немножко рыбу поймать, потому что вот мы вчера, говорю, приехали, ну я не знаю сколько точек, блин, 5-8 мы сменили там и излазили вдоль и поперек, и что только не пробовали, блин. О, какой боец прям, блин. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Тихо, спокуха, братан, сейчас отпущу. Сейчас. То есть я к чему все подвожу, да, вот, но я приехал с микроджигом и, грубо говоря, с тремя, там, начал от трех, потом до двух грамм скатился, потом на полтора перешел. Тишина полная вообще, вот, ну, много щуки, ну, ребята вот говорят, что да, говорит, судака стало на порядок меньше. В основном, говорит, одна щука берет. Так, ладненько, включусь. Так, ну что, попалось что-то хорошее. Ох, ох. Хороший окунь. Крупняк.
Кобра. Красотунчик какой. О, босяк. Босяк попался. Оп, о, блин. А? Ёпта. Жлень какой, блин. Крупничок. А? Радость, блин. Свободен. Эх, блядь, у нас бы такие ловились бы на каждом забрале все. Было бы вообще шедеврально. А, ветерочек стихает. Я думаю, что, наверное, сейчас вон солнышко стоит. Думаю, будет получше. Клёв. Еще раз говорю, палочка с этого, с Алиэкспресс. Такой комплект у меня сегодня. Алиэкспрессовский. Royal Spirit 703 уль. Трехчастник. По поводу красноперки хочу сказать, брал с собою эту тропару от 0,8 до 3, которая 1,98 м, и брал с собою я Mitsui Spectre. И вот из-за ее бойкости, вот этой вот упертости, хочу сказать, что ловил в основном на Mitsui Spectre. Пробовал тропару, но вот такая вот красноперка, вот таких размеров там, я не знаю, сколько она, сантиметров 15, блин, уводит в траву, блин, минтом. Ну, то есть тут рыба, конечно, побольше. Там какие-то песчаные карьеры заброшены. Вот. Ну, чтоб вот прям клевало на каждом, ну, я говорю, попали мы немножко вот неудачно в плане. В плане клёва красноперки, вот вчера я говорил, вот рыба все-таки чувствует, погода ломается, тут еще 5-10, поэтому немножко, простите, было херевастенько. Ну, вчера за Андрюху, вот который спортсмен, искренне порадовался, конечно, парень молодец. Надергал рыбы, блин, на неделю, на семью, наверное. Особенно сазанчик вываживал он минут 20 где-то. Я как бы не видел, я бы заснял, но я в другой стороне был. Поэтому сам процесс, но результат видел. Есть фотографии, обязательно вставлю потом. Ладно, включусь. Так. Ну что, бойцы клюют. Фуа. Как бы по московским меркам очень даже симпатичные бойцы клюют. Продолжаю сейчас ловить на джек рик 2 грамма. На, красотун какой. Поставил ларву 2,5 зелененькую. Есть секретное оружие, это мне Андрей тут поделился. Окунь, можно сказать, на каждой проводке, но я специально не ставлю, хочу немножко половить. Так, есть у него приманка волшебная именно для этого водоема, это там-то. Да, с ветром какая-то непонятная хрень, то он стихает, то он сильнее. Ловить, конечно, не очень комфортно, но достаточно весело. То, что я вам советую, приезжайте в Волгоград, отдохнете. Тут как бы, не знаю, вот супруга с дочкой, ну,
Я первые два дня как бы с ними был. Практически все посмотрели. Ну как все? Не все, конечно, далеко, но... Чисто город обалденный, очень красивый. О, красавчик. Вот. Город очень красивый, большой. Вот. Единственное, что, но, как бы, верну, наверное, немножко. Хочу сказать, что... Хочу сказать, что перед тем, как вы будете, если поедете, да, здесь снимать квартиру, во-первых, квартиру лучше смотреть всего на Авито, это первое, а второе, убедитесь, оговаривайте все, вплоть до посуды. Потому что вот лично я столкнулся с тем, что мы приехали, а у нас даже кастрюли нормально не было в квартире. Когда пытался что-то предъявить человеку, который мне эту квартиру сдавал, мне ответили, что большая часть сюда людей приезжает, туристов мало, условия надо оговаривать досконально, а в основном приезжают эти в командировку, короче. Они дома не едят, они дома не пьют и все такое прочее. И еще хочу сказать, вода из крана ужасная. Да, блин. Во всяком случае у нас. Не знаю, что в других районах. Но мы квартиру снимаем на Елецкой. Поэтому улица Елецкая, поэтому тут, конечно, блин, сушите весла. Есть. Да, рыбалка такая веселая. Окунь берет. Берет хорошо. И крупные, и мелкие есть тут. Ну как крупные? С ладонь чуть больше. У меня с собой еще фарио. 0,5. Сейчас посмотрю, может, ее поставлю. Ладненько, на этой позитивной ночи, как говорится, и неплохом очень даже клеве окуня, будем заканчивать свое видео. Такой анонс еще сделаю, что будет небольшая такая, как бы, ну, я поделюсь лично, с моей точки зрения, поделюсь новинкой по самодельному силикону. Познакомили меня тут вот как раз Андрей, который с нами ездил, спортсмен, он тоже делает приманки. Самодельные, цена такая же, за мелкий силикон 55 рублей, за пачку, в пачке 10 штук. Вот. Но у него должны прийти формы. Формы должны прийти такие, я так понял, которые у Андрея нету. Так что... Я скину обязательно. О, какой. А, это уже пипищунчатый какой-то пошел. Даже неинтересно. Вот. Ладно. Welcome, город Волгоград, как говорится. Вот. А так приезжайте, говорю, не пожалеете. Погулять, езди, искупаться, езди. Я купался, мне понравилось. Вода чистая. Вот. На трамвае этих, на, ну, трамвайчики, пароходики, как они прогулочные. Офигенные ощущения. Я вот тоже вставлю. Я снимал на телефон, правда, но... Блин, шедевриально вообще. Плывешь, такая мощь чувствуется, такая сила.
не спеша, он идет тихо, ну то есть полчаса в одну сторону, полчаса в другую, там стоит какие-то, ну как копейки, ну блин, недорого, ребят, ну не пожалеете, вот именно вот такая, блин, пресноводный водоем, ну то есть я не знаю, я получил массу ощущений, прям какая-то гордость что ли даже, вот он берет за то, что такая река находится именно у нас, в России. Вот. Мамаев курган обязательно посетите. Это, конечно, впечатляет. И можно цветочков прикупить, возложить, отдать, как говорится. Дань памяти погибшим воинам, которые... Тут бои были ужасные. Просто это было нечто с чем-то. Ладно, короче... На этой ноте заканчиваю свой видеообзорчик. Вот. Всем приятного просмотра. Ну давай на камеру последнего дня. Вот засранец, а? Как чувствует. Как чувствует. Блин, не дает видео закончить. Че, у москвичей, что ли, блин? Опыт перенял резко, блин. Да, ветерочек, конечно, мешает. Что говорить, блин? Ну, не хочет. Ладно, всем приятного просмотра, всем пока. С вами был Сашок. Так, часть вторая, наверное, будет теперь видео. Поставил я палочку в фарио. Вот мне с первого же заброса. А, блядь. Там-то 2 грамма, блядь. О, какой. Ух, ё. Красотунчик. Почему поставил фарио? Как я уже говорил, она помягче. Покидучее она. Учитывая, что ветер нам в рожу. Ветер такой достаточно приличный. Поэтому, ну, было принято решение мною попробовать фарио, которое у нас от 0,5 до 5, 2,1. Так, поклевка была, но не взял, стащил мальца. Хочу вот что еще сказать, те, кто поедет когда-нибудь там на Волгу, на Ахтубу, как бы вот микрушинг здесь не очень распространен. Мормышинг, микроджиг, как-то вот он, ну блин, я не знаю, вот опять же таки.
пообщавшись с двумя Андреями. Вот он, вот он. Как-то тут, блин, нет такого. И он говорит, вот то, что я ловит здесь в основном на тяжелые веса, крупными приманками, воблерами и так далее. Поэтому просто во избежание там каких-то поисков чего-то, блин, здесь он не распространен. Просто тут он как бы не нужен. Тут Волга, Ахтуба тут рядом, да. Ну, то есть, понятно, люди здесь ловят на приманке, на которых клюет реально крупная рыба. Поэтому при поездке учтите, что поиск мелких приманок и каких-то грузов, крючки вот я видел, да. А вот с грузами могут быть проблемы. Но это я так, на всякий случай. Если кто решит. Ну и, естественно, лучше ехать, конечно, когда ты знаешь. Ну, вернее, иметь гида. Вот я еще раз хочу сказать Андрею огромное спасибо за то, что вот человек 2 дня мне посвятил, то есть повозил, покатал на своей машине абсолютно бесплатно. Сейчас вот это вот все дело редко встретишь, как бы, да? Вот. Абсолютно добродушный человек и такой, как бы, по-русски, как бы это сказать, не жадный, то есть возил денег с меня, говорю, давай за бензин, там, говорит, что, с ума сошел, там, отстань ты, и, блин, там ехали, какие-то пирожки покупали, я деньги не брал, он меня там угостил пирожками, хлеба вкусного взял мне, ну, то есть такой подход вот чисто человеческий, нормальный, то есть, вот, блин, ну, по нынешним временам, как бы, редко, когда там некоторые друзья, блин, везут тебя, я уж не буду говорить, там, в аэропорт или на поезд, и то деньги берут за бензин. А тут абсолютно, вот, говорю, Андрюха, тебе, блин, прям вот респект от меня огромный. Потому что лучше, конечно, ехать, когда ты... Кто-то что-то знает здесь, и можно поехать куда-то что-то порыбачить, там половить. Потому что вот так вот с бухты-барахты ехать, блин, ну, понятно, Волга есть Волга. Просторы огромные, что-то либо, вот, ну, наверное, как на любом водоеме есть какие-то точки, где рыба есть, а где ее и нету. Да, что-то как-то мелкопипищечный стал брать. Такой московский вариант чисто. Надо, наверное, попробовать мощь, что ли, поставить. Ну вот фарио, например, отрабатывает из земли. И рыбку вяжет хорошо, и вот Royal Spirit, он, конечно, пожестче, но чисто в ветреную погоду я бы, конечно, его советовал, то есть фарил, имею в виду. Да, ветерочек такой неприятный, блин. Блин. Так, ладненько, включусь. Так, ну что, братцы рыбаки? Сейчас я... Ох, блин, какой удар. Сейчас поставил мормышку с Алиэкспресс, приманку с Алиэкспресс.
В общем, все с Алиэкспресс. Я думаю, мормышки такие видели с большим крючком все. О, красотун какой. Ну, такая приманочка. Под бычка, под каменщика. Вот такая мормышка с большим крючком. Весит она где-то приблизительно в районе 2 грамм. Ветерочек чуть-чуть стих. И очень хорошо берет. Так что все, тычка была. Так что мормышник он рулит, блин. Нано-джиг, микро-джиг, все это прекрасно просто. Лук у нее половил сегодня на славу. Просто на славу. Давно я так не отрывался по окуню. Притом по-разному. И крупные, и мелкие берет. Разные абсолютно. Ладно. Будем прощаться с вами. Всем приятного еще раз просмотра. Всем пока.